Вы удивлены? Всем привет, ребят. Я удивлен. Вы только посмотрите, сколько народа. Посмотрите, какая погода. У нас на улице плюс 18. Это 2 января в Сочи. Вот это да. Просто что-то с чем-то. Вы это видите? Это точно Сочи? Такое ощущение, как будто сюда приехала вся Россия на новогодние праздники. Хотя, в принципе, почему? Как? Будто. Так и есть. Всем привет, дорогие друзья. Всех с Новым годом. Я не снимал новогоднее видео, так сказать, не поздравлял вас в прямом эфире, не делал специальное видео на канал. Но я отправлял каждому поздравления. В этом видео хочу показать, какая обстановочка у нас в Сочи здесь. Хочу показать, как здесь люди отдыхают. Хочу показать, востребован ли Адлер, как вы говорите, да, там, кому он нужен и так далее, да? Вы только посмотрите, все кафе полностью забиты. Количество людей просто меня очень-очень радует. Действительно, как летом, только вот так, на набережной такое количество людей, как летом, только здесь нет шезлонгов, нет вот этих вот беседок там и так далее, но организованы вот такие вот зоны для лежания, для сидения и загорания. Очень классно. У нас люди ходят в маечках здесь, и она не кусалась, да? И вот как я, например, в легкой кожаной курточке. Хочу сказать, что из Пензы прилетел, и вот, ну, я прям приятно удивлен. Очень-очень приятно удивлен. Хотя, что значит удивлен? Такое каждый год, в принципе, в Сочи. Но все равно всегда радуешься. Знаете, вот нужно иногда выезжать из какого-то классного места, а приезжать там, ну, в среднюю полосу, чтобы прям вот, знаете, как бы, хоп, такие, а, так у меня же там офигенно было все. Тут вообще все в полном порядке, ребят. Вот. А потом возвращаться. Хотел всех поздравить с новым уже, с наступившим 2021 годом. Хотел пожелать всем такого же солнца на горизонте событий жизни каждого моего клиента, каждого моего подписчика и всех тех, кто увидит это видео. Хочу... Смотрите, там концерты просто под открытым воздухом на скрипке. Вот хочу пожелать всем здоровья в 2021 году, потому что это актуально. Хочу пожелать, чтобы в целом 2021 год был лучше, чем 2020. Ну круто вообще, да? О, можно даже так. Ребят, кому не жалко просто? Надо просто, ребят, вот за их творчество. Ребят, за их творчество надо просто поблагодарить. Ух ты, вот это да. Смотрите, какая публика здесь собралась. Столько людей. Поддержите, ребят, поддержите. Супер. Так вот, я продолжу. Здоровье, конечно, исполнение мечт,
И знаете, чтобы каждый из нас, из вас, имел возможность вот так вот приехать. Кстати, приехать вы можете сейчас, билет вообще 3 копейки стоит. Проверено на личном опыте. Приехать в Сочи, жить в Сочи, иметь возможность купить квартиру в Сочи. Ребят, я всецело ощутил в этом году, как классно иметь возможность просто здесь, вот, просто находиться круглый год. И я просто проверил, там снимается, не снимается видео. И как классно вообще вот реально жить в этом городе, когда ты поездил по России. В этом году я был в Иркутске, мы с Антоном ездили. Иркутск, привет, Саш, привет тебе. Вот. Иркутчане, без обид, но как бы у вас город такой обычный. Вторая Пенза, грубо говоря. Только еще холоднее. Байкал супер. Ну и так, по городам проехался, конечно. После этого приезжаешь в Сочи, возвращаешься в Сочи. Москва, Питер был, Пенза. И прям ощущаешь, что Сочи – это топ. Ребят, кто с этим согласен, ставьте лайк. Кто случайно смотрит это видео, тоже ставьте лайк. Я всем желаю хорошего настроения, хорошей погоды. И сегодня, или может быть уже вчера, мы провели классный розыгрыш. Ну, проведем. В общем, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео. Скорее всего, уже к тому времени, как вы будете смотреть это видео, розыгрыш уже будет сделан или будет сделан вот-вот. В прямом эфире разыграем несколько классных призов новогодних. Вот, лотерею проведем. В общем, все будет супер. Хочется поделиться частичкой хорошего настроения, радости, счастья с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, сейчас мы уже работаем с клиентом. Вон она нас ждет. В общем, попьем кофе и поедем работать. Но сегодня или завтра проведем еще и новогодний розыгрыш, который обещали вам провести. С вами был Павел Морозов, ребят, из Сочи, с любовью.